нынешняя российская власть с каждым своим новым телодвижением все дальше и дальше удаляется за границы общественных и моральных приличий. Ее подлость, ее мелкая мстительность просто не могут и не должны не иметь, так сказать, общественного ответа и оценки. Поэтому я обязательно приду. Для меня это дело исключительно личное, частное, и дело продиктованное исключительно ощущением самоуважения. Но я буду очень рад, если нас будет не просто много, а очень много. Может быть, тогда только в этом случае нам, может быть, придется повлиять на ситуацию. Буду рад всех вас там видеть. До встречи. 13 января в 13 часов. Марш в защиту детей за роспуск Госдумы.